Ну сними! Ну куда я залезу в мясо? Ну усыпите вы эту собаку, господи помилуй! Позвонила девушка, соседка их не говорит, там бегает собака, скинули видео. Мы вчера поехали оттуда забирать, и у нее прям ошейник. Не ошейник, а белевая веревка тонкая, она прям ей прорезала до гортани, прям кадык видно. Ну, она, хозяйка сказала, что якобы ее украли кто-то, но там она, видать, и была привязана на этой веревке у хозяев, потому что там во дворе, вчера вот мы вышли, она кидалась, мы зацепили, одеялом замотали, привезли сюда, выгрузили. А так сказала, что ее как бы украли. Но там это не один день, это месяца два-три длилось, потому что веревка так прорезалась конкретно. Айда, идем. Закрывали. Пошли. Найдем. Нет, это правильно, международный паспорт, прививки от клещей, вакцинации. На 8 лет прожила с одними хозяевами, и других она как бы не признает. Хозяйка сказала, что усыпить ее. Она не нужна, мы усыпить. Мы забрались, сказали, что мы усыплять не будем, мы не ветстанция, мы наоборот спасаем животных. Что у нас было и похуже, собаки мы их лечили и выхаживали. Так, привезли сюда, нам, на передержку, и вот пытаемся поймать, сейчас ее отвезти в ветклинику. Ну, как видите сами, она пока не дает такого состояния довести собаку, это просто ужас.